Первый этап благоустройства живописной бухты, которая расположена вдоль Микининского шоссе в Одинцовском округе, проведут уже в этом году. Здесь установят удобные лежаки, гамаки, оборудуют спортивные детские площадки. Появятся новые тропинки с деревянным настилом. Верхнюю и береговую части набережной свяжут с помощью лестниц, пандусов и амфитеатра из габионов. Территорию дополнительно озеленят и улучшат ее освещение.